Здравствуйте! Сегодня мы вам покажем, что можно и чего нельзя делать в кабинете химии. И помогут нам в этом Алина и Артём. Заходите в кабинет аккуратно. Не заденьте приборы на столе. Уберите сумку в стол. Перед началом работы заберите волосы, оденьте индивидуальный защитный комплект, лабораторные очки и нейтриловые перчатки. Перед тем, как зажечь спиртовку, необходимо поднять диск, чтобы выпустить пары спирта. Потушить спиртовку нужно, закрывая ее колпачком. Брать пробирку следует за горлышко, а не за пробку, которая у нас закрыта. При смешивании в пробирке жидкости закрывать горлышко нужно пробкой, а не пальцем. Нагревая пробирку над пламенем спиртовки, следует держать или устанавливать под горлышком пробирки и предварительно прогреть ее по всей длине. Нагревая пробирку, не направляйте ее горлышком на себя или своего соседа по парте. В случае не трогайте реактивы руками и не высыпайте излишки обратно в банку. Если вы по неосторожности просыпали или разлили реактив, немедленно сообщите об этом учителю или лаборанту.
Запахи веществ следует определять, направляя рукой ток воздуха от горлышка пробирки к лицу. Ни в коем случае не втягивайте запах непосредственно из пробирки. Это опасно. В начале работы уберите все реактивы и оборудование в лоток. В первую очередь снимите перчатки и уберите их в пакет. После снимите защитные очки. Из кабинета выбросите использованные перчатки и тщательно вымойте руки с мылом. Спасибо за внимание. Ha 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 ha!